Центр города сегодня был снова перекрыт для автомобилей. На площади Минина прошла сводная репетиция Парада Победы. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищ полковник! Поздравляю вас с праздником Великой Победы! На сын участвует в параде. Очень понравилось. Все красиво, торжественно. Даже на тренировке очень все хорошо. Видно, что ты подсказываешь еще ряды держать. Все равно все очень здорово. Государственный флаг Российской Федерации и знамя Победы. Мне нравится, во-первых, выправка ребят, потом, извините, музыкальное сопровождение такое, что слезы выскакивают. Стараются, все стараются, молодые люди, подтянутые, поворот головы, девушки очень, в общем, хорошо. Идут хорошо, видно, что подготовка, и стараются. Хотя это делают старшие замечания, но все равно стараются. Сейчас получше вы идете, хорошо. Понравилось. Очень как промаршировали девочки, очень замечательно, стройно, ногу, женственно. Это называется женская коробка. Мне понравилась техника больше всего. Она так ездила, так могущественно как-то так. Конечно, это для нас это гордость за наших отцов, дедов. Вот. И хотелось бы, чтобы эта память как можно дольше мы ее сохраняли и не забывали эти подвиги. Это праздник со слезами на глазах. Гордость за нашу победу, за нашу Родину, за то, что победили в такой войне, память наших близких.